Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Сарай, недалеко от известного пляжа Клеопатра. Здесь расстояние этого проекта до пляжа Клеопатра 500 метров максимум. Вся инфраструктура для жизни присутствует рядом с этим проектом. Проект был сдан 16-17 лет тому назад. Здесь у этого проекта открытая парковка, места. И также есть у этой квартиры, которую я сейчас буду снимать, 3+1, 160 квадратных метров, четырехкомнатная. Вот тут располагается у него кладовка, как хозяин мне сказал, 40 квадратных метров указано в документе квартиры. Это кладовка. Вот покажу улицу, которая находится эта квартира. Вот здесь такой магазин большой, маркет, сеть маркет. Здесь магазинчики такие, текстильный магазин и тому подобное. Электроника продается. Рядом также расположена у нас мечеть. На главной дороге отсюда, я вам покажу с квартиры, есть больница, присутствует больница Башкента. Пройдемте мы в эту проект. Цена очень тоже хорошая для этого района, здесь нет таких цен. Поднимемся мы на четвертый этаж. Проект у нас из пятиэтажный. Я уже двери ключами открыл, так что здесь двери закрываются. Поднимемся мы на четвертый этаж. Вот такая у нас лестничная площадка тут. Вот это наша квартира, но хочу показать кое-что. Тут газовая система, вся линия уже подключена. И когда в Аланию уже подключат газовую всю эту систему, придется только уже подключать газ к этой квартире. Счетчики стоят. Вот такая здесь у нас прихожая. Здесь встроен шкаф. Закроем дверь. Начнем мы с левой стороны. Вот тут такая спальня. Установлен паркет. Шумоизоляция также есть. Термопакет окна. Покажу-ка я отсюда вид на крепость Алания, потом выйдем. Вот видите, кусочек отсюда видна эта крепость. Кондиционер вроде есть. На эту квартиру нужно потратиться. Сделался ремонт, обставить квартиру. Вот это у нас вторая спальня. Не маленькая, просторная. Также у этой квартиры есть, у этой комнаты есть маленький балкон. Вот. Вот такой вид с этого балкона. Видны горы. Хочу еще отметить, плюс в этой квартире система центральное отопление уже установлено, все трубы подключены. Так, начнемте с гостиной комнаты. Вот это наша гостиная. Вот такая просторная. С выходом на просторный балкон. На балкон я выйду со стороны другой комнаты.
Здесь отдельная кухня вот и квартира. Вот отдельная кухня. Не маленькая, тоже просторная. Вот выход с кухни также присутствует. Вот это наша кухня. Так. Выйдем на балкон. Вот здесь такой просторный балкон. С видом на горы и на соседнее здание, как вы видите. Это у нас камень. Вот. И отсюда вход в гостиную комнату. Пройдемте в ту сторону. Здесь у нас присутствует один маленький туалет такой и один санузел, просторный санузел, вот такой просторный санузел у нас. Также есть вот это у нас дополнительная комната, хотите сделать как мини-гостевая или спальня, решать вам. Вот у нас кондиционер также присутствует. Покажу. Ну, здесь где-то 10-12 квадратных метров. Выйдем на балкон. Хочу вам показать вид на крепость Алании. Вот наша известная крепость Алании. Я смотрю, она очень близка ко мне, но по камере что-то это не видно. 500 метров до пляжа Клеопатры. Рядом у нас почти вся инфраструктура, от больницы до маркетов, мини-маркетов, там рестораны. Все присутствует. Это самая центральная часть Алании. Здесь близко ко всем. Вот такой балкон просторный. Тут два просторных балкона и один маленький балкон, как я вам уже показал. Хочу подвести итог о этой квартире. Значит, квартира находится в районе Сарай, 500 метров максимум до пляжа Клеопатры, самая центральная часть Алании. 3 плюс 1 находится на четвертом этаже пятиэтажного здания. Нужно ее отремонтировать и обставить квартиру. Расход у вас выйдет на эту квартиру приблизительно 3000 евро минимум, максимум там до 10 тысяч евро, может быть, и обойдется за 6 тысяч, все зависит от вашего бюджета. Цена этой квартиры 106 тысяч евро. Хочу отметить, что это центр, есть такие цены, можно за эту цену купить, допустим, в Махмутларе, в Каркаджаке или в других районах, более-менее свежее здание с инфраструктурой, все на любителя. Я просто хотел снять центр Алании, что такие вот тут цены. Если вас заинтересовала эта квартира, номер указан в описании, звоните, пишите, поможем, чем можем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь информацией. Также не забывайте комментировать. С вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.